Приветствую, дорогие друзья! Финал в прыжках с шестом. Командный чемпионат России. Сочи, 23-й год. Полетели! Попытка Полины Кнорос. Полина начала с короткого разбега с высоты 4 метра 10 сантиметров. Успешная попытка с огромным запасом. Третья попытка Елены Самарской, высота 4.10. К сожалению, неудача у Елены на этой высоте. Полина Кнорос. Первая попытка на отметке 4.25. Пока не удалась попытка. Елизавета Бондаренко, одна из сильнейших. 4.25, вторая попытка Елизаветы. В прекрасном стиле берет 4.25. Вторая попытка Татьяны Калининой. Во второй попытке Татьяна сосредоточилась и преодолела высоту. Наблюдаем вторую попытку Полины Кнорос. Страшно, а что поделать? Рубежи необходимо преодолевать.
Очередная участница, Дарья Игнатова, берет высоту 4.25. На следующем рубеже 4.35 Полина Кнорос довольно-таки легко справляется с высотой. Четыре спортсменки остаются на следующем рубеже 4.45. Первая попытка Елизаветы Бондаренко. Первая попытка пока неудачная. Татьяна Калинина на ваших экранах. Первая попытка. Сорок пять уже серьезный рубеж. Пока неудача. Вторая попытка на рубеже 4.45 Полины Кнорос. Вторая неудачная попытка. С короткого разбега не успевает набрать скорость. Татьяна Калинина. Есть еще одна попытка для того, чтобы преодолеть рубеж 4.45.
сожалению, неудачная попытка. Татьяна покидает сектор. Ну что, третья попытка Полины Кнорос. Третья попытка. Полина Кнорос завершает соревнование. Елизавета Бондаренко, вторая попытка, 4:55. Вторая попытка неудачная, пока не поддается рубеж. Ирина Михайлова, Омская область, 4:55, третья попытка. Ирина Михайлова пока лидер с результатом 4:45 во второй попытке. Елизавета Бондаренко, если в третьей попытке преодолевает 4:55, выигрывает соревнование. Елизавета Бондаренко становится серебряным призером командного чемпионата России. Друзья, хорошего вам настроения, здоровья, берегите себя и своих близких.